Семь якутских спортсменов стали призерами всероссийского соревнования по тхэквондо «Кубок Приморья». В сборную республики вошли спортсмены из спортивной школы Покровска, училища Олимпийского резерва и представители детско-юношеского спорта. Всего в соревнованиях принимали участие 325 борцов из Приморского, Камчатского, Хабаровского краев, Сахалинской области и Якутии. Четыре спортсмена из республики поднялись на высшую ступень пьедестала, двое завоевали серебряные медали и один удостоился бронзы. Пятеро якутян выполнили норму кандидатов в мастера спорта России. Впервые выезжали ребята с города Покровска. Они показали очень такой неплохой результат. Одно первое место, серебро и бронза. Но, скажем, все равно в когорте были воспитанники училища Олимпийского резерва.